В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день сентября с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 20. В южных и центральных районах местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночью 11-13, а днем 22-24 градусов тепла. Спортсмены Карачаево-Черкесии традиционно являются фаворитами в этом виде спорта. В Уфе завершилось первенство мира по борьбе на поясах среди юношей до 18 лет. Чемпионом в командном зачете стала сборная команда Российской Федерации. Свою лепту в победу внесли спортсмены Карачаево-Черкесии, выиграв 9 медалей различного достоинства, 3 из которых золотые. Победителем весовой категории 85 килограммов стал 17-летний Ренат Бастанов. Чемпиона по приезду домой чествовали родственники, друзья, тренеры. Алла Качиева подробнее. Для жителей многонациональной Карачаево-Черкесии спорт и здоровый образ жизни – неприходящая мода, а стиль жизни, который передается из поколения в поколение. История нашей республики сохранила имена легендарных борцов Карачая прошлых веков, славившихся своей силой и виртуозным ведением схваток. 17-летний Ренат Бастанов продолжает традиции предков, активно занимается спортом. Я начал заниматься вообще с первого класса. Первым меня направил мой старший брат Бастанов Ратмир. Первым же я начал ходить в спортшколу «Олимпик». Как могу сказать, первые 2-3 класса ходил чисто для здоровья, для своего физического состояния. После чего уже с класса 6-7 уже начал заниматься профессионально дзюдо, потом постепенно и самбо, и борьбой на поясах. Древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов в стойке, очень близок к молодому спортсмену. Ренату Бастанову уже хорошо известны слагаемые успеха. Это желание и упорный труд. По моему мнению, человек должен обладать прежде всего дисциплиной, целеустремленностью. Все эти качества мне прививали с детства мои тренера Бочуров Ляо, Айбазов Амид и мой старший брат Бустанов Ратмир. И результат не заставил себя долго ждать. Свое мастерство, навыки и силу Ренат Бастанов продемонстрировал на первенстве мира по борьбе на поясах в Уфе. На соревнованиях мне пришлось бороться с представителем Казахстана, Узбекистана. Также самое сложное, могу сказать, схватка – это была полуфинальная с представителем Ирана и финальная со своим с человеком из нашей страны, с которым боролся уже в финале чемпионата России. Успех заключается в труде, уверен известный спортсмен, а ныне и тренер спортивной школы «Олимпик» Пилял Байчоров. На соревнованиях всему тренерскому составу выразили благодарность за старание и стремление к совершенству и большой вклад в развитие борьбы на поясах. Все наши ребята, вот на первенстве России из 10 весовых категорий 9 золота забрали Карачаево-Черкесия и 2 вторых места. И в составе сборной России на первенстве мира участвовала с Карачаево-Черкесии 12 спортсменов. И завоевано на первенстве мира 9 медалей. Из этих 9 медалей, 6 медалей – это спортсмены с Олимпика. В честь молодого и перспективного чемпиона род Бастановых устроил курмалык. Собравшиеся поблагодарили тренеров за труд, а Ренату Бастанову пожелали дальнейших ярких побед. Алла Качиева, Зумрад Халкечев, Али Бастанов, «Вести Карачаево-Черкесия». Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция». В 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.